Ой, как под ложечкой-то засо сало. Прям нет никакой возможности терпеть. Так, похоже, пока к этой самой ложечке не присоединилась вилочка, и тем более рюмочка, срочно необходимо посетить холодильник. Ох ты, прям иконостас. А рука-то чего дрожит? Ну, прям, понятное дело, это же нервное. А вдруг там, внутри, ничего нет. Абсолютная пустота. Да нет, не может быть. Ну, хоть корочка хлеба. Ух ты. Прям настроение поднялось. Ложечка останется довольной. Так, весьма оптимистично. Что же у нас тут сегодня есть? Что нам Бог послал? Ох ты! Нам Бог сегодня послал большой кусок сыра. Так, намек понял. Басни читал. Мораль усвоил. Ну, в смысле, клюв особенно не раздевать. Понятно. Так, что тут у нас? Мясо. Еще лучше. Так, а что же у нас, дай бог памяти, в этой кастрюльке? Скорее всего, остатки салата оливье. Ух ты! Спокойно. По всем внешним половым признакам похоже на борщ. Стоп! Откуда у меня может быть борщ? Быстренько соображаем. Так, поскольку на ум ничего не приходит от этого факта, которая упрямая вещь, не отвертеться. В данном случае не подходит. Чересчур флорально. Навари борща, положи свеклы и чеснока. Откуда же у меня может быть борщ? Сам я борщ. Говорить не умею. По крайней мере, до сих пор даже не пытался. Ой, 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 зятек, надоели мне. Не работаешь нигде, но когда же это закончится? А соседка? Новый муж, новый муж, новый муж! Уезжайте, уезжайте, мама, мама, уезжай! Я еще? Не поеду! Дай бог памяти! В июле! А конкретно? 29-го июля! А сегодня какой? Ух ты! 6 сентября! Воскресенье? Уезжайте в Усть-Улынь. Приехали, наверное. Ты даже не знаешь, где я живу, подонок.
Это точно поехали. Это же сколько ему, страшно сказать, уже не дней, а даже недель. С опаской приближаемся, внимательно разглядываем. Ничего там вроде не шевелится и не плавает. Ну, уже неплохо. Так-с. Но тем не менее, что-то мне подсказывает, что лучше его все-таки уже не есть. А что же с ним делать? Может перекипятить, а поможет, а может собачке или котику. Да нет, не будем рисковать здоровьем животины. Тогда что? Самый кардинальный метод, способ — в унитаз. Да нет, ну вы что? На такой исторический борщ рука не поднимется унитаз вылить. Это ж как он настоялся. Его же можно, как минимум, зарегистрировать в книге рекордов Гиннесса. Не боясь конкуренции и в полной уверенности в победе. Так, что же делать? О, айдия. А не посоветоваться ли мне с нашими дорогими зрителями? Проведем опрос общественного мнения. Вопрос самый злободневный, самый животрепещущий. Да чего там мелочиться. Объявим всенародный референдум. Ух ты, аж в зубу дыхание спёрло. Ну а чем мы хуже? Вон сегодня у поляков, у которых ни кризы, ни войны. Ну, а то и то у нас. Ни этих всех левых всенародных фронтов и прочих выдающихся партий и правительств. И тем не менее, руководство страны советуется с народом по всем практически важным вопросам. Ну а наши-то, Моисей, все водят, водят по кругу. И уже, дай бог памяти, сколько лет, ни разу не соизволили посоветоваться с народом по самым важнейшим вопросам и проблемам. Они же у нас семи пядей во лбу. Зачем им советоваться? Со сведомым и гидным украинским народом. Да. Такими темпами они скоро переплюнут даже настоящего оригинального Моисея. Ну, сколько тут уже осталось?
Но тот все-таки их вывел. А наши? Тут даже вопрос такой не стоит. Не. На то мы порешили. Спросим у зрителей. Я думаю, недельку-другую этому борщу уже ничто не помешает. Пошел к компьютеру.